сколько бы они ни приезжали, они говорят, хорошо. Встречались? Нет, ну. Давайте так. Я 8 лет здесь, я ни одного не видела ни разу. На, знаете, где мы видели? На дороге в деревне. Вот на дороге в деревне мы видели. На, ладно, это отпадает. Значит, вы хотите сказать, что там сделать кафе? Ну, это пока как бы плавно. Угу. Все, разрабатываются разные варианты. То есть мне... Сушеные лечебные растения. Это тоже смотрите, как продавать спокойно можно. Знаете как? Вы сделаете бригаду. В бригаде должен был хороший завхоз. Понимаете, который был бы этим занимался. Почему? Потому что будет так. Рыба, рак и щука. Обедаем. После этого идем опять на каналы. 8 лет. Не, ну у нас когда там, допустим, радиацию замеряли военные, мне просто сказали, что пейте водочку и ничего не будет. Но народ, видимо, внял эти все. Сало и водка, и все, и никакой радиации не страшно. Thank you.